нюхать. Да что-то 30 секунд длинные, какие-то долгие. Стоп. 9 раз надо попробовать. 22. Я делал 9, но на футболных прям. Я сам в шоке. 37. У меня 22 всего. Я тоже. Я вы полное отжимание делаете. Я думаю, что оно меньше всех. Молодцы. Да я меньше всех. Я сбился за 20, я что-то сбился. Смотрел за вами, посчитал. А я думал, что братику. Нет, 30. Я сделал 15, так не нужно. Уже 10. Что-то долго идет. Теперь следующие, парни. Когда полоса препятствия? Когда полоса препятствия? Погоди, сейчас. Теперь на высоту. И руки, смотрите, надо расставить поширше. А можно мне оставить? Можно вот так. Пальцы, хват. Смотрите, как берем. Прям хватаем. Кубики, чем хороши, мы тренируем хват еще. Задача. Широким хватом ножки можно, ну, в принципе, можно уже поставить. В течение 15 секунд отжимаемся. Че, Петр, давай. А что я делаю? Три, два, начали. Ух ты, са! Я 5 или 4 раза сделал. Я тоже четвертый. Я 4 сделал. Я 12. Молодцы. На турники все. В темпе, в темпе. Я даже разбираюсь по турникам. Нет, те другие. Быстрее разбежались по турникам. На одном можно... Я думаю, ты кладем кубик в карман, хочешь положить. Красиво, ненавязчиво. Разошлись по турникам. На любых. Саш, ну кубики положи на место. Это мой уровень. Саш, давай пусть там малыши. Юра, иди вон туда, на маленькие. Юра. Задача сейчас. Мы сейчас что делали? Толкали, да? Отталкивали от пола. Сейчас мы будем тянуть. Как мы сегодня играли, тяни, толкай. Сейчас в течение 15 секунд... Нет, отставить. В течение... 20 секунд. Мы сейчас будем. Данил, давай тоже с нами физуху качнешь. Тянем к себе, но хватом таким. И магнезию только туда убери, чтобы никто не наступил. Ты ее с собой забираешь? Вчера просто парни переживали, где наша магнезия, то все там что-то вообще супер. А где Миша? Не, он на своей. Какой? Ну тот Миша, который. Фаизов? Нет, который пытался нас научить кувыркаться. Пытался научить. Ну да, еще Фаизов. Здесь. Фаизов, он да. Хворал. Да. Я насколько мама его писала, насколько знаю, хворал. Надеюсь, выздоровел, может появится в субботу. Хват, смотрите, пальчики на себя. То мы толкали корпус от тела от земли, то мы теперь тянем, но тянем на бицепс. Хват максимально. Подтягивание. Подтягивание. Пальцы на себя. Пальчики на себя. Андрей, пальчики на себя. Да, пальчики на себя. Такая задача. И смотрите, руки распрямлять полностью не надо, а надо сделать вот такое действие. В половинку. В течение 20 секунд. Да, да. С половины до верху. Можно падать еще? Нет, падать нельзя. Петр, время засекай, 20 секунд будем делать. А так уже тоже нельзя. Сначала можно. Сначала да, потом нельзя. Это просто есть. А турника можно отталкиваться? В смысле отталкиваться? Нет, нет, пальчики прям узко возьмите руки. Да блин. Приготовились? Да. Три, два, начали. Стоп. Раз! Четыре! Десять! Я, может, раз 15.
15, да? Я без раскачки делаю. 10. Покажи для всех, как ты 10 сделал. Кто 10 раз сделал? Я 10 сделал. Покажи. Давай. Я пытался максимум. Давай. Оп, молодец. Я старался. Ну, верю, верю. Я 4 сделал. Разница в заметили, отжимания от обычных, потянь от обычных. Чувствуете разницу? Всегда мышца на взводе. То есть мы зависли, она всегда, чувствуете, да? И пошел, бам-бам-бам. Конечно, отличается от этого. 100%. Но это самая легкая. Это не самая легкая. Просто это разные виды. Смотри, какая штука еще. Когда выполняют упражнения различные, вот как можно ускорить процесс выполнения? Например, кто-то может подумать, их 4. Не до конца разгибать, вот здесь, на в нижнем положении. Вот так оставить. И больше толкать себя. Ну, посчитают, нет. Не знаю, мы сейчас с будущим соревнованием. Сейчас отжимание, смотри, какое подтягивание. Неполное подтягивание, кстати, трек. Это не неполное, это подтягивание с положения 90 градусов. Вот. То есть мы же фиксируем вот это положение и кисть его. Теперь смотрите, самое тяжелое будет для кого-то. Зависнуть, развернуться получается лицом к столбу. И как Саша говорил, да, зависнуть с упором ногами в столб, руки. Что я говорю? Ты говорила, можно отталкиваться от турника, говорил же? Ну а что ты возбухаешь, что я говорил, же? Руки в перекрестии и к каждому плечу. Здесь. Сергей Геннадьевич. Здесь задача провисеть и подтягиваться. Раз, два. Делаем в течение 15 секунд. Как только тебе дали. Сергей Геннадьевич, да. Я могу с вами даже поспорить, что на следующем занятии я могу все занятие провести в этом шлеме. Спорить не надо, я верю. Тебе, наверное, на чем? Стой, на той стороне, на том. Ну, в принципе, сами выбирайте себе парня. Мог будет серым, мог здесь. Спиной друг к другу развернись. За принятие, исходное положение приняли, зависли. Сейчас сразу я проверю всех. Серый, подпрыгивай. Смотрите, задача подпрыгнуть. Одну руку, кисть занесите на перекладину. Серега, кисть. И вот закрыть, да, руки застегни. Сейчас все зависнут. Данил, давай. Ближе к перекладине подойди, парни, быстрее, остальные устали. Очень устали. 3, 2, начали. Давай, поехали. Блин. Ладно. Я два раза сделал. Стоп. Раз. Вот мы сейчас тянули, да? Кто сколько раз сделал? Я? На все на брусья. Все на брусья. Да, потому что я что-то спинами уперлись. Что как-то? Мало места спинами уперлись. Нет, нет. Все, вот и стенки построились. Вот и стенки построились. Так возле стенки не надумайся, да? Да. Стенки отошел. Возле той стенки. Молодец. Я буду уже проветривать. А, можно закрыть, нет. Там было 7. Да. Два человека подошли к брусьям узким хватом. Двое, любых. Сейчас покажу первого, Саша, отойди. Смотрите, первая задача. Выпрыгиваете или помогают подпрыгивать. Нет. И задача отжимания, да, от брусьев. А, на время. Да, в течение 10 секунд. Не получится ни полных. Тебе по-любому надо будет вытянуться. Двое на брусьях встали. Двое, да, сейчас Саш, слезь, к стенке подошел. На широкой будет неудобно. Сейчас что, Арсений, Артем, да, первые? Давай 15 секунд. Дальше. То есть каждый получится? Да, по два человека будем. А я следующий.
Раз, два, начали. Слушайте, держи, держи, держи. А как он делает? Назад. Стоп. Следующий. Тихо, 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 тихо. Дима, кто? Саша, Дима. Серый, погоди, вот Артём, вот, у тебя должны руки под 90 градусов сгибаться. Не умею делать, не умею. Ну, у него не получилось. Подожди, сейчас, слезьте, стоп, пока. Стоп, слезьте. Сейчас? Да. Принцип, не понял. Смотрите, сбоку вставайте, пожалуйста, сбоку встайте. Сейчас показываю. Опа. Задача. Руки не в стороны, можно и в сторону вот сюда выводить. Но это будет потяжелее. А надо локотки вести к спине. Ты вот как сюда. Бы наклоняешься вперед? К спине. Да. А нужно притянуть? И блин, что? Нужно притянуть как-то до... Нет. Нет, желательно вообще. 90 градусов. Пониже желательно. Ну, и подняться. 90 а можно вот так. Да. По 90. Артем, попробуй один раз. И готовится следующий. Артем, попробуй один раз. Дим, погоди. Саш, погоди, сейчас попробуй просто. Локотки назад, вот и все, поднимайся. Да, вот так. Вот будет на чем потрудиться. Следующий, поехали. Ты так сильно первоначально не закидывай. Да. Три. Да. Два. Прими положение, Саша. Начали. Дима, молодец. Давай, давай, Дима, помоги. Кстати, поднимайся, время кончилось. Давай, Диман, давай, давай, давай. Тяжело, парни, а как стоп. Хотели. Стоп, молодцы. Следующий, команда. Следующий. Три. А, Сергей. А, нет, отставите. Андрей, Юра. Нормально, вот и все, парни. Видите, как не очень хорошо игнорировать, да? У нас такой здесь замечательный спортивный городок, а вы в этот не замечаете. Бомбочкой. Приготовились, тихо, тихо. Стоп, приготовились. Исходное положение принять. Стоечка на руках. Держим на руках положение. Все. Три, два, начали. Сели, Андрей, помоги сейчас. Давай, Юр, помогаю. Оп. Ножки вместе, Юр. Руки сгибай. Тихо. Руки сгибай. Руки сгибай. Поднимайся. Стоп. Стоп, спрыгнул. Я сделал только 4. А сколько ты хотел? 10 сделать? 80. Следующий, Влад Сергей. Потом Данила и я, да? Пойдем, пойдем, следующий. А если бы тебе не помог бы, то ты бы ни разу бы не сделал, потому что ты только шею втягивал в себя, с плечи. Андрюш, потом на видео посмотришь, если Сергей Сергеевич очень хорошо помог. Исходное положение принять, Сантей, слезть перекладина. 3, 2, начали. Поехали. Турник, турник. Качают, да, парни, качают. Владян, посмотрите, он помогает себе в раскачку ногами. Это тоже одна из техник. Когда ноги просто прямо тяжелее. Турник. Стоп. Стоп. Эх, сегодня затянул. Ну что, Данил, пойдем. Да. Петр, посостязаешься, может, Данил? Нет? Артем, вот этот мерк. Это поднимает ноги, ложится животом. Ложится животом. Обратно. Да. И поднимать на коленастых. Ты не поднимешь, Дима, не рискуй даже. Дима, не рискуй. Пусть попробуй, да, посмотрим. Я дальше пробую. Все, да? Молодец. Что там, как? А готов, Петр? Три, два. Начали. Нифига быстро. Стоп. О. Ну что, теперь ручки подрастянули и на турник, по турнике устилаем. Либо под полосу препятствий, либо под элементы маты. Все, постилаем, да. Элементы.
Вот провели небольшой тест. Кто что может? Я думал, я спрашиваю. Да, зачем мне проводить? Вопрос пока разберись. Самый легкий вообще. Девушка, еще он сейчас еще заниматься будет по-любому. Папа, что-нибудь, помогите мне приподняться. Читай, по-любому. Ты 15 хочешь? Третий, а почему же делать свой планочки? А, здесь мы будем. Все? Пойдем вот здесь лучше. Аккуратно. Один матрас, пожалуйста. Саша, дай нам. Не надо. Они так малые. Вот. Я такой-такой-то. Вот, ура. Сейчас побежали. Я хочу не упадет. Наверное, соглашаюсь. Посещатель дают соглашение. Посещать занятия гимнастикой, водой силовой атлетикой. При этом четко даете отчет следующий. Что не выполняя требования безопасности, может повлечь. Знаете, а что следующее? Не выполняет безопасность, не выполняет получение травмы. Полиция! Я такой-то, такой-то. Полиция с детьми. Гимнастика у силовой атлетики. Нубик. Да, поролон вниз всех. Вот здесь и под малышам тоже поролон. Дальше не сдавай. Проверьте везде. Три поролона здесь, три поролона там. А там у них четыре даже. Четыре есть, все. Или нет? А у них три. Ладно, у них четыре. Сергей Геннадьевич, у меня Юр Андрей спрашивает, можно взять турник? Ну не турник, в смысле, можно турник? Нет. Турник хочу, жрать турник. Жрать? Теперь есть хочет. Сейчас я сделал вам шоколадку. Хочу жрать Сашу, хочу жрать Юру, хочу жрать Арсения, хочу жрать все. Я придумал, как его делать. Смотрите. Артём, я придумал, как его делать. Хочу жрать пирожное. Я думаю, это
город, и не надо про данные. Потому что поролом... Сергей Геннадьевич, смотрите, куда залез этим мешком. Нет, с ног сними их, как не надо. Серый, смотри, что он делает. С ног сними, как не делай больше. Сейчас убью. Не переживай. Андрей, так больше не делай, опасно. Кувыркнешься и носом воткнешь мат. Опасно, брат. Ты можешь против шпагатика так сделать? Блин, я страшно. На размещение... А он знает, я как-то... Плохо. Попить, умыться в туалет, парни. Попить, умыться. Нет, эти забравления. Нормально. Или этой информации. Вот так. Надо есть! Ты гонишь, братан. Хочу жрать. Ты гонишь. Не жрать. Надо есть, я еще раз. Ты что жрать, да? Кушать, правильно. Кушать, надо есть. А я свинья, я жрать хочу. Жрут свиньи, да, ты же человек. А я телец, я похож на свинью. Да хорош какой. Ты похож на хорошего простого русского парня. Я телец. Телец? Ну, телец это как? Да, мы дарили. Ну, это друзья. Телец. А я телец. Юра, рыба! Рыба, телец! А я телец! Так, пойди! Знаешь, как?
перед тем, как приступить к вещей тренировки, Андрей, одень, пожалуйста, носки правильно, брат. А я сейчас уже пошел сгореть. Ну, сейчас пока же Влад делает там. Одень носочки на пятки, не холоди. Так, а также можно заличить социальный футболочек. Да. Социальный государственный, как все правильно. Просто социальный футболочек. Хочу не дышать. Блин, а вот, например, еще не позвал. Сейчас пробовал на площадку. А может быть, я в том числе. Да, так же. Да, так же. Да, так же. Да, так же. Да, да, да. Есть урок ОБЖ? Учился с одним. Мне кстати привычка пошел. Я могу сделать качество огромное. Ты на соскок с переворотом, Серега? Да. Здесь ты мягкость проверил? Я не человек и не хороший. Я же их буду. Только надо было руками, да. Что, Серега, давай. Ты мат постелить можешь, давай синий. Да нет, сейчас сначала сколько воду. Высота-то высокая. Сначала просто. Высокая. Этажа. Нет, с пятой культуры Народная гимнастика? Нет, равно я не могу найти. Нет. Почему? Ты на коленке падаешь. А зря. Да. Давай, я возьму тебя. О! Зацепился. Я что-то не зацепился. Нормально? Да какой магнезий? Не вижу магнезия. Я тоже. Если мало брать, то никак. Ну да, здесь... У Юры ботинки 500 тысяч миллиардов. Иди сюда, не переживай. У Юры ботинки 3500 миллиардов. Вставай сбоку, смотри. Здесь надо мах перед ногами. Сейчас, секундочку. Повисай мах перед ногами. Мах ногами, да. Вот смотри, делаешь. Артем, у Юры ботинки 3000. Ты делаешь мах ногами. На счет три мы тебя берем. Он с той стороны, за штанину рубашку. Я с этой стороны, за штанину рубашку.
когда я тебе говорю «отпускай», ты просто отпускаешь руки и коленки поджимаешь к себе. Понял? А? Грустно идешь и тереть. Ну, а сейчас стой, погоди, мы тебя возьмем. Тихо, тихо, тихо. Давай сейчас раскачивай. Сейчас мы тебя взяли. Повис, ножки махай, не бойся. Два. Три. Ну, тогда же лучше. Группировку не взял. Он группировку не взял. Вот так? А? Это бланш. Перелетай, давай еще раз. Тебе надо, парни, смотри, что такая штука. Обязательно надо делать такую вещь. Вот это состояние группировки должно быть. Потому что в воздухе произойдет действие, да. В воздухе произойдет действие. Смена ног. И либо есть... Серый, пойдем здесь. Можешь без группировки, даже только вот так. Да, это надо... Но это вот так облететь надо или так? Андрей, слезь, пожалуйста. Смотри, какая ситуация. Да, замуровался. Нет, это давай, ботинки 500 тысяч миллиардов 3000. Аккуратно. Арсений, смотри. И он сейчас как раз делает... Сначала поэтапно, сначала сделай простой, вот сюда соском делаешь. Потом будешь увеличивать. Сначала смотрите, он делает мах, ножки поднимет, и он получается вот здесь сделает это действие. Вот здесь. Недалеко от турника не будет улетать. То есть видишь, он его вот здесь. Он просто ноги переваливает за себя. Давай поинтереснее. Готов? На морек? Сейчас смотрим, парни, на исполнение. Такое более качественное. Кого? Генера? Да. Ну это слишком круто. Ну, давай, ладно, простой. Ты что, Диман? Ты не знаешь, ты забыл? Да нет, я понял. Арсений, смотри внимательно. Уйди! Давай, тихо. Смотри внимательно. Сейчас он тебе ножки поднимет, два. Сейчас он мах делает. То есть он, видишь, он поднимает ноги, отпускает руки и переваривает. Но это все потом. Так, ребят, сейчас я всех перепроверю, позапишу. Серый. Так, у нас 19.27. Уже? 24. Да. А, 24. Ну, парни, скажите, пожалуйста, кто какой напиток хочет? Вода. Вода? У кого вода с собой есть? Угодите Сашу водой, пожалуйста. Сок? Да. Давай, у тебя сок с собой есть. Ближайшие 4 года. Кого есть сок? Чтоб была. Все, видишь, как по волшебству. Сок есть, появился. Да, сок. Тебе покажем, давай. Слушайте, а все не скоро станет спонсором. Арсений, осталось 3 занятия. Арсений, подойди, пожалуйста. Смотри, сегодня будет 4 занятия, завтра будет 5 или 4. Смотри, сегодня будет 4, ну сегодня 4, ты занимаешься, еще 3 остается. Позови, пожалуйста, Александра. Нет, не забывай, Александра. Опа! Саш, кузнец молодец. Акробатика 13 класса. Кузнец называется. Смотри, Саша, сегодня здесь было раз 12, да? Акробатика 15 класса. Смотри, Александр. Давайте 12. Вчера тебя не было на занятии, значит, сегодня я пишу. Артем! Да, у тебя было как раз 5 занятий, сегодня 4, осталось 3 занятия, да? Сегодня 4, осталось 3 занятия. Ну вот смотри, сегодня же 4 занятие занимаешься. Смотри, я пишу. Назови, пожалуйста, Владислава Алексеевича. Владислав Алексеевич! Сергей Геннадьевич! Бабушки заболели? Что можно назвать? Давай. Ой! Нет,
мальчик. Давай, я за тобой. Влад! Влад, пожалуйста. Сергей Геннадьевич! Подойди, пожалуйста.